Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня в октябре новая премьера фильма «Вася не в себе». Создатели фильма пытаются найти ответ на вопрос, может ли богатый человек понять бедного. Мы тоже попытаемся это выяснить. Пойдемте. Работяги на стройке пятый месяц, только твои обещания едят. Дорогие мои друзья! Нам не перечислили деньги. Проклятый коллективный запах топит нас санкциями. Держи. Это люди второго сорта. Друзья, Вася не в себе. А вот, пожалуйста, наша красная дорожка. И мы ждем гостей. Тух-тух-тух, колеса, битьма об рельса. Мы в Москве строим дома уже третий месяц. Мимо мелькают кирпичи и джамшут. Какие-то странные эти русские, с акцентом говорят. Как вам слово вашего нового героя? Слушай, ну замечательно. Небольшая роль, но такая яркая. И на самом деле на контрасте после «Олигарха» как раз и был этот проект. Очень даже мне захотелось с удовольствием сыграть бомжа. И я надеюсь, что он получился такой трогательный и интересный. Хочу как раз посмотреть, что получилось. Как вам работа с Павлом Прилучным? Замечательно. Мы с Пашей уже отработали совместно 4 или 5 проектов. Разножанровых и очень талантливый и замечательный. Прекрасная ночь с лучшим мужчиной. Я люблю только две вещи. Госбюджет и твой облеп. Здоровья, удачи, лохов побогаче. О, видал? Ну дай хоть соточку, а? Вон мать и плюшка, мы же там не одни, а 15 наши родни. Для работ на стройкам рядом, и чувство будто кроме ты и Равшан больше ничего не надо. И для меня награда в год 500 рублей, весь Таджикистан куплю на их эгегей. Центр города, пробки, районы, движение ловки, красив стены, ма, яркий город. Сложности были в фильме? Да, конечно, это была зима. Так. И сложности были в том, что были водные сцены и подводные сцены. И мы снимали все по-настоящему. Москва-река, минус сколько-то там. И вот господин Павел Прилучный был под водой. Как актерский состав вам? Божественный. Вообще лучший, я считаю. Я называю этот проект курортом, потому что ну, мы все отдыхали на нем. Лучше машины не было. Придурок, мы тонем! Чё за халат? Это не мои руки. Живот! Охренеть! С хмурыми миссионерами, здесь живу я, мои друзья и все, кто мне важен. Что? Посвящаем песня этому городу. Сентралинка каждому мечту. Мы посвящаем. Персонаж, который сейчас появится на экранах, он и как что? Сыграл? На все 100%? А, да, на 200. На 200. Я его, когда мы шли по коридору, я встретил его, он говорит, привет. Я говорю, привет. Я его не узнал, кто такой. Потом он говорит, это я, Миша, это я. Как вам работать с Павлом? Великолепно. Уже сколько с ним проектов сделал, так что прекрасно. Тело похитили! Салам, брат! Тяжелая работа у вас. Руки ноют, думать больно. Салам, брат! Охренеть! Сколько еще работаешь? Еще 12 часов. Это работа, ма, строительство идет. Спасибо начальникам за это. Мы посвящаем песню этому городу. Сентралинка, каждому мечту. Мы посвящаем. Я ожидаю от премьеры очень классного отдачи, ну, то есть, чтобы мы вовлеклись и подключились к главному герою, чтобы мы ощутили вот это состояние перевоплощения с Пашей, то есть, чтобы мы перевоплотились вместе с ним. Ой-ой, что у меня за акцент такой? А какой ты хотел, чтобы у тебя акцент-то был? Я русский! Вася! А где Вася? Где мой Вася? Я Василюк.
помнишь, мой пресс был как кирпич. Сейчас я похож на того, кто этот кирпич кладет. Предлагаю закрывать. Это работа, строительство идет. Спасибо начальника за это. Купил билет и боковушка, а увез далеко от свой кишлак. А думал ненадолго, на железной дороге. Тух-тух-тух, дискомфорт. И стоял потом. Что ожидаете от премьеры? Поржать, посмеяться, естественно. Это же комедия, правильно? Ну и немножко задуматься. И тут спи, я тут спи. Этим замечательным людям зарплату выплачу. Ты гость, для тебя все самое лучшее. Плохой человек. Ты должен выполнить то, что предначертано. Это тиктокер малолетний. Синтролинка, каждому метлу. Мы посвящаем песня. Это работа, строительство идет. Спасибо, мэра города, за это. Я думаю, что мы справились. А, ну, как все, приятного просмотра, как курса. Приятного просмотра, друзья мои! Спасибо всем, кто пришел! Не главный, какой тело, главный, какой человек! Люди! Я люблю вас! Я такой голодный, целый свинья съел бы. Прикол? Шутка не халяльный.